Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы незначительно подрастают. Цены на нефть также демонстрируют скромный рост. Рубль ослабевает по отношению к доллару, но по отношению к евро укрепляется. Однако в течение дня динамика пары доллар-рубль может измениться, и день может завершиться укреплением рубля по отношению к доллару. Сегодня пара доллар-рубль проведет торги в районе отметки 61,5, а пара евро-рубль в районе отметки 67,5.